сейчас проходила по кромке, ну тут, скажем так, не у кромки моря, а по кромке вот этой вот насыпи, дороги, вспомнила историю, недавно случилось. Девушка тоже стояла, по-моему, это где-то было в Далмации. Сейчас вот 100% не могу сказать, но вроде там и не так давно. Она стояла, значит, также рассматривала что-то на краю, вот так, перед водой. И какое-то чмо ее толкануло вниз. И она пострадала очень сильно в больнице с переломами, с травмами. А еще было, видите, какой, хочу посмотреть, наверное, 3 года назад. Женщина с ребенком гуляла, и она не заметила край, и улетела она и ребенок. И пострадали, у ребенка были травмы головы, у нее тоже все расколочено. Всегда надо аккуратно. Знаете, люди засматриваются, фотают что-то, и такая вот фигня происходит. Сейчас смотрю, отлив хороший, но я уже не буду скакать по горам. Можно спуститься. Вымыло очень многие места, прям плиты лопнули. Значит, если здесь и был какой-то спуск адекватный, до него сейчас не дойти. Хотя я могу, например, спуститься, да, здесь, там и вот этот пляжик посмотреть. Значит, можно пройти по камням. И смотрите, как вот этот мне нравится всегда. Как он вот над водой висит. Единственное, всегда меня смущают вот такие люки. Понятно, что здесь не спускают канализацию. И видно, что, скорее всего, покрыто плитой. Если и отводят, то очень далеко. Дальше, по идее, фильтры должны быть. Ну, все же, знаете, когда такое видишь, вот красота природы и вот такая вот штука. Ну, как-то так сразу. Хотя прогуляться, посмотреть между камней много всего интересного, красивого. Я снимала сейчас видосы, покажу. Ну вот, короче, всегда возле моря тоже, знаете, надо аккуратно. Я на Крыке рассказывала, история случилась. Мальчик поднялся на стену, где запрещено вообще подниматься. И тоже соскользнул. Высота огромная. Там потом его бедного вытаскивали рыбаки. Да, слушайте, по прогнозу погода должна измениться, должен начаться шторм или юга, это когда теплый ветер с моря. По-моему, вот что-то из этого начинается.